Привет всем! Вы на канале Светланы Яновой. И сегодня я хочу снять обзор на комплект для выписки ребенка. У меня ПДР стоит 16 февраля 2024 года. Я хотела бы вам показать, что я приготовила для ребенка на выписку. Не обращайте внимания, что я так трудно разговариваю, просто мне тяжело дышать. Срок уже, потому что большой, у меня уже 36 неделек, вот, скоро уже будет 37, и малышка будет полностью считаться доношенной, поэтому мне вот тяжело дышать, вот, ну все, поехали. Вот в такой вот сумочке лежит все для выписки, чтобы родные могли просто взять и привезти мне это и отдать. Я уже все сложила, все разложила. Сейчас вам все покажу. Для начала идет нательное белье. Я приготовила сначала вот такой бодик. Вот такой вот он на клепочках. И вот здесь тоже на клепочках. Беленький, очень красивый. Идем дальше. Далее у нас вот такой вот ослепик с ручками и с ножками, чтобы ни носочки, ни антицарапки не одевать. Это самая удобная одежда, мне кажется, для новорожденного. Он тоже идет на клепочках и на ножках тоже клепочки. Вот такой вот классный. Это идет комплектик. Еще к нему идет чепчик. Вот такой вот он. Это под шапочку. Так вот заделаем. И вот так вот его оденут под шапочку. Далее идет вот такой комбинезончик. На флисе теплый. Беленький. С замочком. Заказывали на Озоне. Он с ножками, но без ручек. Потому что есть уже слепик с ручками. Дальше у нас идет вот такая вот шапочка. Вот Happy Baby. Теплая. Она вот с таким помпончиком и на завязочках. Шапочка теплая достаточно. Помпончик нужно немножко распушить. В целом классно. Вот такая вот шапочка. Беленькая. Далее, дальше у нас идет конвертик. Он вот в такой упаковочке. Сейчас я вам покажу. Очень классный конверт. Очень долго выбирала, какой конверт мне купить на выписку. Он вот так вот и смотрится. Вот с таким вот помпончиком. Комбинезончиком. Мне еще очень нравится вот этот вот мишка. Очень классно смотрится. Расстегивается он с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны.
такой вот комбинезончик. Комбинезончик идет на флисе, молочного цвета, с ножками и с ручками. Вот. Ручки тут тоже можно заделать. Сейчас я вам покажу, как это будет смотреться. Вот так вот и с ручками. Вот так вот и без ручек будет смотреться. С капюшончиком. На капюшончике вот такие вот ушки классные. Вот такие вот. Еще есть вот такие вот шнурочки, чтобы капюшончик затянуть, если что. Мне очень понравился. Очень классный. И вот такой вот конвертик. Вот так вот он раскрывается. Он на овчине. Очень теплый. Очень классный. И застегивается с двух сторон. Вот такой вот. Вот так вот он выглядит сзади. Ну и в принципе все. Вот в этом вот мы собрались выписываться. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить, потому что я буду выкладывать еще много всего интересного. Так что переходите на мой канал. Мы вас, малышка, ждем.